И всем привет, друзья, с вами Бугистар. И сейчас начинается хэллоуинский ивент. Я прям зашел в обновление. И тут сейчас остается 30 секунд до каких-то игр. Да, и еще тут кто-то английский писал, то что он получил такую вот пумпкин, ну вот эту тыкву, за мини-геймс. Да. Так, ждем. Ладно, я приостановлю. Хотя тут уже совсем немного, смотрите, там остается 13 секунд. Даже 11 уже. Так, 8, 7, 6, 5 секунд остается. Так, и что? Что это такое? О! Ура! О, смотрите, мне дали какую-то непонятную штуку. Это, видимо, это привидение собирается. Смотрите. Ну-ка, что это? Вот здесь привидение было. И здесь. Так. Где? Где? 70%. О, давай, давай, собирай. Так, вот оно. Где оно? Где? Где? О, вот она. Надо собрать его. Так. Вот оно, привидение. Так. Я тебя. Все, тебя тоже собрал. Вот это привидение. Тебя. Нужно? Не. Так. Давай тебя. Тебя соберем. Все, собрали. Где еще привидение? Так, что? Все? О! Какой-то босс теперь? Вот босс. Или где? Где босс? Так. Ой. Это что? А что со мной? Там что было? Так. Давай, насасывай. А, это уже сделали. А где? Все? Или что? Ну-ка. А, вот здесь вот это привидение. Ой, меня откинули. Так. Иди, иди сюда, иди сюда. Меня откинули опять. И баг вот этот у меня все проходит. Где оно? Собрали? Вот оно. Так. 20, ой, почти 30. Блин, меня опять откинуло. Так, давай. Что это было? Да, что-то было. Так, есть привидение? Нет. Вот здесь было. А где оно? А где? Вон оно! Так, вот здесь. Ай, да не опять. Ой, давай. Где оно? Так, где? Ай, оно откидывается. Эй, еще совсем осталось немного. Точнее, 60%, ну ладно. Это много. Иди сюда, я тебя засосу. Давай. А, блин, меня опять откинули. Так, ну давай, я тебя уже засосать хочу. Ай, блин, меня опять откинуло. Ой, я что-то прилёг. X88. О, нормально. Найс. 88 конфет. 20 минут вышло. Так. Ну, в принципе, прикольный квест. Так, давайте сюда зайдем. Я туда уже заходил один раз, но особо не рассмотрел. Так. Байкенди. А, это, конечно, за 20 баксов. Так, это за 80. Кстати, это много. 3000 аж вот это. Так, это гитара, которая была на видео от Adopt Me в Твиттере. Вот он, кстати, Церберус. За 500 баксов. Это много. А это что такое? За 1000? Подожди. Бокс? А Бэт Бокс? Ничего себе. Еще и добавили Бэт в этом году. И еще я очень хочу вот этого. У меня еще нету этой вот конфеток. У него и вот это. Ростбанни. Да, но сейчас, наверное, только первый ивент был. И еще я вот писала девочка, что надо поиграть в какую-то мини-игру, чтобы получить вот эту вот непонятную тыкву. Да. Так, мне тут деньги предлагают обналичить. Давай.
Так. А где эти сами мини-игры? Подожди, может, как в том году можно раскапывать вот эти могилы? Так, видимо, нет. Так. Еще интересно, что вот это за дом, почему он заколочен? Если уже Хэллоуин вроде начался. Да. Так, ой, а здесь что? А, здесь час 8. А, ну ты, то есть, вот переходит. Чё? А что это? Пумпки? Не пэт? Нет, нету. Так. Ждем. Ну, я думаю, я так долго не буду ждать, потому что у меня уже времени останется на видео. Так, ты жди. Чё это? А, я думаю, там какой-то дом. Так. Ну, давайте посмотрим, рассмотрим здесь вот тыквы закон. Ой, а, это вообще батут. Интересно, придумали. Ладно, так, закраться. Так, спрыгну лучше. Так, а это что за дом? Туда можно... А, ну, это вот дом. Туда нельзя еще дойти. Так. Что здесь у нас? А, да, это тот дом. Я запутался. Так, это могилы. А здесь что? А здесь ничего. Подожди. А что сзади? А здесь нет ничего тоже. Так, здесь нету. А это что за... А, и опять этот дом. Угу. Так, смотрели. Вот, вот как это получить? Вот как это, а? Вот как просто? Где эти мини-геймы? А? Вот я не понимаю. Короче, друзья, сейчас найду эти мини-геймы, я пристановлю видео. Поэтому сейчас. Итак, ребята, я решил то, что, наверное, надо вообще во все вот эти мини-игры сыграть, чтобы получить вот эту тыкву. А эта девочка уже, наверное, сделала. Не знаю, может быть, я уже опоздала или не знаю, но как-то вот она получила. И, наверное, уже буду заканчивать, потому что уже мало времени остается. И вот будем в всяких видео вот проходить эти мини-игры, чтобы, соответственно, сделать вот этот ивент, получить тыкву, как эта девочка сделала. Уже сыграла вот в эти мини-игры. Да, вот тут 3 минуты осталось, но я думаю, я подожду все-таки. Вот сейчас это время пойдет, останутся секунды, я включу вам. Сейчас. Я очень много что-то представляю на этом видео, ну ладно. Итак, ребята. Соответственно, вот уже остается 20 секунд до тайминга, я к ней вот присоединяюсь, хотя я уже присоединился. И я надеюсь, я хотя бы получу вот эту тыкву. Я сейчас закончу эту мини-игру, и, соответственно... Я посмотрю, дадут мне тыкву или нет. Да, сейчас вот войдет. Вот да. Все. Теперь опять надо. Так. О, это теперь новая игра. Тут надо тыкву собрать. Так, вот тыква. Еще тыква. Так, давай, все, тыква. Давай, тыква, тыква. Тыква, тыква. Тыква, 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 тыква. Так, вот еще тыква. Так, давай. Соберу тыкву. Все, у меня 100%. У меня 100%. Ой, нет. У меня начинается понижаться. Так, тыква. Все, собрал. Вот это, вот это. Так, все, давай. Еще. Все, уже 100. Так, давай. Все, понижается. Сейчас подождем. Давай. Давай, давай. Все. Так. Так, так. Все. Давай, собирай. Собирай. Ой. Ура. Все, 100%. Еще тыковок соберем. Так, понижается. Так, мне дают кэш. Так, ну я думаю, сейчас закончу эту мини-игру. Хотя нет, давайте уже сейчас закончу. Ну, в принципе, было весело вот собирать тыкву, поиграть в тени игры. Ну, всем пока. Ой, тыква.